Друзья, всех приветствуем, ПАМ Автотрейд Импорт на связи, и сегодня мы хотим представить вам BMW 7 серии в двухцветном исполнении. Автомобиль 2023 года в версии 760i с V8 4.4 битурбо на 544 лошадиные силы. До сотни автомобиль разгоняется всего за 4,2 секунды. Обратите внимание на этот индивидуальный цвет. Сверху черный глянец, а снизу серебро, и между ними проходит черная полоса, которая подчеркивает все линии кузова. Также автомобиль в M-пакете и на разношироких 21-х колесах. Как видите, задняя ось имеет функцию подруливания, и это очень помогает при маневрировании в ограниченном пространстве. Пару слов про переднюю оптику. Она двухъярусная, с кристаллами Сваровски, также с адаптивным освещением. Автомобиль умеет вырезать встречные автомобили при движении на дальнем свете. Еще одна фишка – это подогрев дистроника, который обеспечит бесперебойную работу адаптивного круиза в холодное время года. Двери данного автомобиля имеют электропривод и открываются с помощью вот этой кнопки. Они имеют специальные датчики, и если рядом с автомобилем будет стоять другой автомобиль, человек или стена, они не врежутся в него. Попадая в салон автомобиля, вам не нужно тянуться за дверью. Достаточно будет нажать на педаль тормоза, и дверь закроется автоматически. Также это можно сделать с помощью вот этой сенсорной кнопки, которая как открывает, так и закрывает водительскую дверь. Салон M-Sport выполнен из шикарной индивидуальной световой кожи с инкрустацией темного дерева и хрустальных элементов управления. Все сиденья имеют подогрев и вентиляцию, а передние имеют еще и массаж. Руль с подогревом, премиальная акустика Bowers Wilkins с объемным звучанием и подсветкой динамиков, а также панорамная крыша Sky Lounge. Пространство для задних пассажиров не только красиво выглядит, но еще и обладает большим количеством удобных опций и комфорта. Например, в спинках передних сидений имеется ниша для подзарядки вашего телефона и для крепления планшета. Также имеется два подстаканника выезжающих и отдельная ниша для всякой мелочевки. Помимо этого, в подлокотнике встроены мониторы, с помощью которых вы можете управлять мультимедией, климатом, шторками и освещением в салоне. Автомобиль имеет огромное количество опций, таких как проекционное лобовое стекло, полный пакет ассистентов, включающий в себя контроль мертвых зон, контроль полосы, считывание дорожных знаков, адаптивный круиз и многое другое, а также систему кругового обзора. Помимо этого, ассистент парковки данного автомобиля может записать маршрут до 150 метров и автоматически повторять его из раза в раз. В автомобиле очень продвинутая мультимедиа, которая имеет свои режимы, при выборе которых меняется контурная подсветка в салоне, меняется настройка двигателя и коробки, а также настройка сидений. Помимо этого имеется система управления жестами и многое другое. Друзья, данный автомобиль в продаже в нашем автосалоне. Любая форма оплаты без дополнительно навязанных услуг. Возможно, приобретение в лизинг, в кредит, в трейд-ин. Также хотим напомнить, что на данный автомобиль предоставляется реальная техническая гарантия 3 года. По любым вопросам пишите нам в социальные сети, либо звоните по номеру телефона.